по одному из параметров ливийский режим не подходит под критерии демократической страны. Это очевидный факт. И здесь добавить нечего. Внутриполитическая ситуация приобрела характер вооруженной борьбы. Но это, конечно, не значит, что кому-то позволено вмешиваться во внутриполитический конфликт, даже вооруженный, извне, защищая одну из сторон. И вообще это мне, знаете, напоминает средневековый призыв к крестовому походу, когда кто-то призывал кого-то идти в определенное место и чего-то освобождать. Беспокоит та легкость, с которой принимаются решения по применению сил в международных голосовых. И, скажем, в политике Соединенных Штатов это приобретает устойчивую тенденцию и тренд. Во времена Билла Клинтона бомбили Югославию и Белград. Буш вел войска в Афганистан, на очереди Ливия, под предлогом защиты мирного населения. Но при нанесении бомбовых ударов по территории гибнет как раз это мирное население. Где же логика и совесть? Нету ни того, ни другого. Там возникли внутренние противоречия, которые перешли в вооруженный конфликт. Почему нужно со стороны вмешиваться в этот вооруженный конфликт? А что, мало разве у нас кривых всяких режимов в мире? Мы что, везде будем вмешиваться во внутренний конфликт? Говорили о закрытии неба. Ну хорошо. Ну где же закрытие неба, если бьют каждую ночь по дворцам, где проживает Каддафи? Говорят, нет, мы не хотим его уничтожать. А зачем по дворцам бить? Потому что мышей таким образом выводят, что ли? Наверняка при этих ударах гибнут люди, которые там... Каддафи нет, он уже давно смылся где-то, сидит в убежище. А мирные граждане гибнут. Теперь говорили, не хотим убить Каддафи. Теперь некоторые официальные лица уже говорят, да, стремимся уничтожить Каддафи. А кто позволил это сделать? Что, разве был суд? Кто взял на себя это право казнить человека, какой бы он ни был? И все молчат. Мы все должны думать о жертвах, количество которых приумножается и в результате гражданской войны, которая фактически идет в Ливии, и в результате нанесения ракетных и бомбовых ударов по территории этой страны. Мы все должны думать именно об этом прежде всего. Но, конечно, об этом в первую очередь должны думать те, кто причастен к этой трагедии. Думать об этом и молиться за спасение своей души. Это не то, это тоже не надо оставлять просто. Смерть Америке! Смерть! И вас так сжечь будем, уроды ебаные. Так что пизда тебе, Джордж Буш! Скоро мы до вас дойдем. Давай, топчи его. За ВДВ! За ВДВ! Раз, ебаный, сука! Джордж, козел! Это, так...